Чё, чат, Азазина, да, давайте там, как он ищет женщину своему подписчику. Вы знаете, первая часть «Сердца за бабло» таки собрала 10 миллионов лайков. Это трудно поверить, я решил сдержать слово и сделать вторую часть. Для тех, кто не в теме, в этой рубрике я помогаю своему подписчику, Жикосу, вот этому красавчику, найти девушку на сайте знакомств. Проще говоря, я буду ему подсказывать, что говорить, а он будет повторять за мной, но я буду не палиться. Поскольку в прошлый раз не вышло для Жикоса найти девушки, я всегда в неудачах виню себя и поэтому решил позвать Макса. Вот, Максосица. Возможно, вместе мы сможем подсказать Жикосу, как быть, как действовать женщиной. Вероятно, не только в этом была моя ошибка, и я решил изменить план действий. Для начала я предположил, что, возможно, Жикосу стоит искать девушку постарше, в возрасте. Здравствуйте, выглядите замечательно. Здравствуйте, выглядите замечательно. Да, здравствуй, я тебя вижу и слышу, все хорошо. Вам сколько, лет 80? Вам сколько, лет 80? Мне больше 18 лет, я имею право работать на сайте. А, понимаю, просто такое ощущение, что у вас уже... Блять, ебать. Молоко выделяется. Такое ощущение, что у вас уже молоко выделяется. А вам нравятся маленькие члены? А ты, наверное, с детства недолюбленный. Блять, это она, конечно, не профессиональный работник. Вам нравятся маленькие члены? Мне многое нравится. А ты зачем пришел к старой женщине, объясни мне? Подрочить на обвисшие штучки. Подрочить на обвисшие штучки. Ну подрочи. В таком возрасте на сайте уже не работает. Я никогда не видел сиськи. На работу вы никогда не видел сиськи. Вы не поверите мне, но фраза «я никогда не видел сиськи» только усугубила положение Жикоса, и возрастная красотка отказалась продолжать диалог с Жекой. С чего я вообще решил, что Жеку нужна возрастная женщина, ему нужна топовая, десяточная красотка. Ты хочешь быть моей девушкой? Ты хочешь быть моей девушкой? Ты мне предлагаешь отношения? Да. Да. Что ты мне предлагаешь, если я буду твоей девушкой? Бля, вот это, кстати говоря, деловой разговор, блядь. Прикиньте. Просто зацените, блядь, женщина, она, ну, просто ей похуй, блядь, с кем. Просто что ты предлагаешь мне? В твоей жизни больше никогда не будет секса. В твоей жизни никогда больше не будет секса. В твоей жизни никогда больше не будет секса. Займись, меня устраивает. Что у тебя вещи разбросаны сзади? А я вот как раз таки ищу девушку, которая будет у меня убираться. Я вот как раз ищу девушку, чтобы у меня убиралась дома. Так это тебе надо горничную, а не девушку. Ну ты такая 4 из 10, я подумал, может тебе не в западло будет. Ну ты такая 4 из 10, я думал, тебе не в западло будет. Ну да, ты говорил уже. Но если ты мне будешь платить большие деньги, тогда с удовольствием. Я готов платить тебе едой. Я готов платить тебе едой. Я на диете. Я готов платить тебе улыбками. Я готов платить тебе улыбками. Ты будешь делать мою жизнь счастливее своими улыбками? Да. Да. Хорошо. Да. Ну все, я согласна быть твоей девушкой. Подожди, я пока еще не... Бля, ебать, дешево, кстати, купил. Согласен, я просто спросил про твое намерение. Подожди, я пока еще не согласен. В смысле, ты предложил, я согласилась. Я хотел узнать, есть ли такое намерение. Я хотел узнать, есть ли такое намерение. Хочешь... спину покажу. Хочешь, спину покажу? Вставай, показывай спину. Я вспотел немного. Я вспотел немного. Мне не понравился разговор с тобой. Верни мне, пожалуйста, деньги. Не понравился разговор с тобой. Не понравился? Нет, верни деньги. Может, блин, я слишком хороша для тебя. Я, наверное, слишком хороша для тебя. Нет, 4 из 10, верни бабки. 4 из 10, верни деньги. Я могу пососать член, хочешь? Фу, нет, дай деньги. Нет, не надо. Я и сам могу пососать. Я и сам могу пососать. А что, все чемпионы Новиграда были таким зазнавшимся говном, как этот эльф? Нет, я первый. Я сразу поняла. Вот только подключился сразу. Такое иногда происходит. Нужно попробовать еще хотя бы один разок. Можешь вырубить музыку? Музыку? Да. И сядь прямо. Окей. Ковыряйся в носу без перерыва. Ковыряйся в носу. Ты, Женя. Это я люблю, да. Вместе ковыряйтесь. А так? Глубже. Трахать тебя надо в жопу. Ну за говорят. Трахать тебя надо в жопу. Трахать тебя надо в жопу. Я анал не делаю, сори. Давай оближем этот палец, который ковыряли, и скажем, у кого вкуснее. А давай оближем тот палец, который ковыряли, и скажем, у кого вкуснее. Как тебе на вкус? Ну, у тебя, наверное, вкуснее. Блядь! Ебать тебе надо. Говорясь, я говорю, ебать тебе надо. Не распробовал? Ебать тебе надо.
можешь второй палец средний в другую ноздрю вставить? А можешь второй палец средний? Во вторую ставить. Ой, ну сейчас, подожди. Сейчас. Быстрее. Вот так? Одной рукой, двумя пальцами. Одной рукой. Вот и так. Ты сам тоже так ковыряй. А, вот так. Активно, угу. Хуярь. Ну, чё? Активнее. Ебать, у неё, кстати, пальцы здоровые, сосисондрии. Тупица. Быстрее. Тебе нравится? Да охуенно. Я представляю, что засунул свои пальцы тебе в нос. Я представляю, что засунул свои пальцы тебе в нос. Ты? Да. А можешь поднести веб-камеру к рту и открыть его широко? Рот к камере и открыть широко. Пожалуйста, и подержать секунд 10. Пожалуйста. Ближе. А ты возьми свою вебку, Жека, и плюнь туда. Да нормально, плюнь по-настоящему, соплями плюнь по-настоящему. Прям набери полный рот харчей, хваршмани прям. Да, блядь, ты можешь, чтобы слюни были на вебке, плюнуть нормально, набрать полный рот. Блять, ебаная хуйня. Банвор тебя выцкнула. Ты чё, гонишь? А ты просто... Так, здесь, наверное, будет закрыть, потому что там текстом будет сопровождаться тоже. Ща. А что это у тебя розовенькое? Платье. А, хорошо, тогда ладно. Расскажи о себе. Что тебе рассказать? Ну, откуда ты, сколько тебе лет? Что тебе интересно? Ну, откуда ты, сколько тебе лет? Ковыряйся в носу. 19, из Москвы. Ебать тебе надо. А тебе сколько лет? Ебать тебе надо. Будешь моей. Бля, 19, да, ребята. Вы знаете, какие тёлки работают в основном? 18, 19, 20-летние, блядь. Только этим и занимаются. Только и ждут чувака, который будет обеспечивать им жизни, чтобы просто нихуя не делать и все. Просто будут с вами трахаться, блядь, имитировать то, что вас любят, и все, будут жить в вашей хате, покупать еду, не платить за квартиру, ну, все такое. Будешь моей девушкой. Я купил 95 битцов, я проебал деньги? Нет. А меня ебать надо будет? Да. Да. Да, ребята, ура! Наконец-то Жека таки нашел любовь всей своей жизни. И мы как раз таки записывали этот видос на 14 февраля. Ну что это, если не чудо любви? Ну а если по-серьезки, я думаю, многие из вас подумали, что эта рубрика не что иное, как издевательство над подписчиком в духе Ивана Зола и его сумасшедшего Джокера-хозяина, но это не так. Мало того, что саму рубрику предложил Жикост, когда я его позвал в лысую голову, он еще и себе наряд придумал, всю хуйню, я лишь подсказывал. И чтобы это доказать, я дал полный контроль над своим телом Максосу и Жикосу, чтобы они постебались надо мной дурачком. Честно говоря, их первый выбор половинки для меня был не такой уж и удачный, как по мне. Однако, кто я такой, чтобы осуждать и лишать вас бонусного контента? Здравствуйте. А меня слышно? Вы меня слышите, дедушка? А вы чего молчите? Вас услышать можно? Я слышу, как вы нажимаете на кнопки. Вы можете голосом говорить. А вы можете голосом отвечать, я вас услышу. Уже хоть как-нибудь. Вы не хотите говорить? Вот так вот головой сделаете, если вас в заложниках нахуй держат. Вас в заложниках держат. А все, спят родные, спит семья. Ну я понимаю, я тогда вас не буду это особо грузить. Мне просто сиська ваша понравилась, которую видно сейчас. Ну, такой вот я человек. Красивая, сиська во. А, устал, спать хочешь, да, ты так устал. Ну ладно, дедуль, ну я даже не знаю. А, время уже позднее, я понимаю. Ну с вами было приятно пообщаться. Покажите попу. Может, попу покажете хотя бы мне, коль я тут сижу уже, дрочу член. Не, вы попу не покажете, вы просто молча сидите и киваете, будто вас под прицелом держат. Ну пузо покажите хотя бы. Да, ну пузика можно хоть увидеть, животик. А, подпил немножко.
Тогда давай пузика, может, увидеть можно как-то, животик. Вообще никак. Ну так просто представь, чисто пузика заценить, не знаю. Ну, есть у меня такой... Он там дрочит, блядь. Фетиш на мужчин в возрасте. О, да. Нихуя себе. Вот это у вас балда смачная. А я как внешне вообще норм? Ну такое, да. Ну давайте мне тогда кулачок, и я пойду. Стукните мне в кулачок, и я пойду. Давайте, спасибо вам, это был отличный приват. Вы прям мне в лицо тыкнули, да, не в веб-камеру, а в лицо. Спасибо вам. Ну а теперь как вишенку. Блять, окей. На торте я оставил самый невыносимый кринж напоследок, таким кринжом. Как верно подметил один из моих подписчиков, можно убивать моралфагов или пытать хотя бы. Бля, она сейчас раздеваться начнет. Стой, нет, не делай этого. Стойте, стоп. Здравствуйте. Привет. А вы садитесь, я просто на лицо посмотрел бы, я пообщаться просто хочу. А пообщаться хорошо. Да, можно не раздеваться. Но вы шикарны, но я хочу пообщаться. Я пришел за советом к мудрому человеку. Я пришел за советом, понимаете, к мудрому человеку. Китайский мудрец. О, китайский мудрец. Что, на таких стоит? Я пришел к вам. То тогда тебя... Да, мы осуждаем это российское... Российские вот эти вот шутки, если, конечно, они российские, но да, мы не одобряем. Да, у меня так движ пошел. Это так, что, смотри, тебе нужна женщина, которая согласится все время вот так держать свои глаза, когда ты ебаешь. Потому что здесь вот таких вот... А хотите, гориллу вам покажу? И у каждого свои... Не, извините, вы хотите, я вам ебейшую гориллу покажу? Быстрее! Вот такую, смотрите! Смотрите, я просто психбольной, нахуй, я из дурки, я Джокер, я ебанутый, и вы вот так вот хуярите тоже, да? На мою мать, похоже, пиздец. Вот так вот, а я буду гориллу вам хуярить. Я горилла, бля, я ебанутая горилла, нахуй, да-да. Пиздец, что ж там творится? Я вообще... Ну давай, я тебя так попрыгаю, посмотрим. И вот так вот пойдете. Ара-та-та-та. Блять, я осуждаю все эти, весь этот пиздец, который происходит. Мы. Я не понимаю, что он там показывает, там заблюрено, но. Да, я понял, что мы. Нет. Эти шутки в отношении национальных каких-то черт, нет, мы. Абсолютно не разделяю. Такая узкоглазая. Я буду так, куда давайте. О, это не высказывание тоже. Покажи мне это, бабуля. А теперь едим бананы, чистим бананы. Ай, я из Азии, здравствуйте. Да, ебать, нет, мы не можем транслировать, к сожалению. Тут все понятно. Поэтому сразу скипаем все, соответственно, вот сюда. Первозданный кринж, такой, что вам приходилось отдыхиваться, чтобы... Не нормально. ...досматривать данный ролик до конца, то, конечно, поставьте лайк этому видосу и напишите в комментариях... Ну, а здесь уже конец. Это пиздец, да. Это, блядь, пиздец, да. А было смешно? Ну, на самом деле, даже не было смешно. Типа, это тот случай, когда вроде как должно было быть охуенно смешно, но вообще не смешно, не знаю. Ну, типа, я не знаю, я ржал больше с диалогов до этого. Это было не смешно. Концовка слита, а так было кринжово. Концовочка слита сейчас, это правда.